Привет-привет всем, дорогие друзья и подписчики моего канала IT-навигатор с вами. Сегодня продолжаем рубрику «Дневник сисадмина» и поговорим вот о чем. Один человек написал мне ВКонтакте сегодня, что у него, в общем, это наш подписчик, у него проблемы с гибридной графикой на дистрибутиве Linux. Он использует Linux Mint, Cinnamon, такие дела. В общем, скриншотик, отображается две графических карты, у него гибридная графика с Intel и Nvidia GT630M. А, собственно, у него Linux Mint 18 Cinnamon 64 бита, такие дела. И, собственно, что он пишет. Смотри, у меня такая система и две карточки, но походу все работает через интеловскую карту. Если запускать игры помощнее, то идут артефакты жуткие, хотя карточка от Nvidia нормальная. А так для работы то стабильно работает нормально, настроил GUB или что это такое, GIMP, наверное, ну, короче, неважно, окружение и Sublime Text 3. Ну да, тут я поумничал, можно руками переключать. Я имел дело только с AMD-шной гибридной графикой. Да, там действительно приходилось переключать нужную видеокарту через терминал руками. И по поводу GULP, возможно, я что-то недопонимаю в этой жизни, но не знаю, о чем это. Напишите в комментариях, что-то я упустил, не знаю, что это такое. Вот, скинул я ссылочку по поводу статейку, по поводу графической карты, видеокарты Intel и Nvidia, по поводу гибридной графики, статью на Ubuntu 16.04, но Владислав пишет, что то, что я прислал, вот у него все так же, но только Display Devices пишет None. Вот, собственно, вы можете посмотреть информацию, которая отображается в Nvidia X Server Settings. Такие дела. И, собственно, здесь я обещаю, что запилю видосик со всем этим стафом, чтобы помочь человеку. Итак, друзья, собственно, в дневниках сисадмина иногда я буду таким заниматься. Если у вас есть какие-то проблемы, обращайтесь. Если я не знаю, буду пилить видосик, и мы коллективно в комментариях будем разбираться. Итак, друзья, не стесняемся, кто что знает, давайте помогать друг другу, не зря же нас уже практически, ого-го, практически 9000. Так что не проходите мимо, пишите в комментариях, что вы думаете по этому всему поводу, если есть идеи, не поленитесь, напишите пару слов, я передам все это Владиславу, и я надеюсь, мы поможем парню. Итак, два месседжа. Не стесняемся, пишем, помогаем людям. Второй месседж, если вам нужна какая-то помощь, тоже не стесняемся, пишите. Я надеюсь, комьюнити поддержит, да, комьюнити вы же поддержите. И мы будем как бы помогать различным линуксоидам в их проблемах, в их задачах и тому подобное. В общем, такие друзья. В общем, такие дела, друзья. Спасибо за внимание, надеюсь, поддержите. Давайте сейчас прям ВКонтакте в нашей группе создам какую-нибудь беседу, обсуждение, да. Количество тем на странице группы 3. Так, я уже давненько не создавал темы управления сообществом, бла-бла-бла. Ну, короче, не помню, как создавать темы. Создам ее завтра. Утомил я вас. Короче, пишите все, что вы думаете по поводу этого всего. Подписка, лайки и прочее. Всем спасибо. Пока.